Текстильщик одержал очередную победу на выезде. В четверг вечером ивановские футболисты в Москве встретились с темной лошадкой первенства России командой «Строгино», которая только в этом году получила профессиональный статус, а ранее играла в любителях. Ивановцы легко одолели нового соперника. Выездной матч завершился со счетом 2-1 в пользу красно-черных. Следующая игра первенства пройдет в Иванове. Текстильщику предстоит непростое противостояние с одним из лидеров прошлого сезона – командой «Псков-747».